Вчера я совершил прорыв. Правда, у меня расщепилось сознание, и теперь нас стало 10. Они повторяются. С точностью до минуты. 6 минут. Каждый час. У меня всего несколько минут. Неужели тебе не интересно, чем это закончится? Только представьте. Сознание, которое вы формируете на свой вкус. Воспоминания, которые вы сами отбираете. И даже, возможно, меняетесь в лучшую сторону. Есть вещи, которые лучше не пытаться контролировать. Итак, первый режим – тревога. Затем гнев. Пятый режим – это интеллект. Я не подавил свои конкурирующие эмоции, а изолировал их. И режим 9 – эйфория. Остается 8-й режим. Нет. Нет, уходи! Кто же он? Это же ты, что забыл? Ты сам все это сделал. Как дела, Итан? Нормально.